Серьезная авария на проспекте Красоты вывела из строя сразу три автомобиля. На перекрестке улиц Ломоносова и Всеволода Сибирцева, именуемым в народе проспектом Красоты, водитель Honda CR-V спровоцировал ДТП неаккуратным маневром. Пожилой мужчина вел автомобиль по привычному маршруту, двигался по Сибирцево со стороны фуникулера. На перекрестке у дома номер 59 намеревался повернуть налево в район Писательских переулков. Включив поворотник, оценил обстановку и приступил к маневру. Но что-то пошло не так. Почему-то мне надо было сюда поворачивать, и я пошел сюда на маневр. Я все время езжу оттуда. Подъезжал, когда где-то вот около этих будок посмотрел, здесь никого нет. Когда стал уже сюда к вороту подъезжать, смотрю, этот движется потихонечку. И я потихонечку посмотрел с той стороны, я его не видел, до тех машин никого не было. И я потихонечку стал разворачиваться. И я, собственно говоря, раз я никого там не видел, я и не смотрел туда. Там, куда водитель Honda не посмотрел, в этот момент двигался автомобиль Toyota Duet. Водитель Toyota шел по главной в сторону фуникулера и совсем не ожидал, что со встречной полосы на него бросится Honda. Поехал с Шилкинской в направлении фуникулера, и на повороте на Толстого машина со встречной полосы пошла в разворот. Как думаете, водитель, почему пошел на такой маневр опасный? Я не знаю, может быть старый, может слепой, может не видел. У меня фары включены были, то есть меня не заметить, не знаю, сложно было. По-моему, машина шла рядом даже со мной, в поворот вошла. Почему не видел, не знаю. Получив удар от дуэта, SRV улетел в поворот, где в это время готовился к маневру водитель Териуса, которому оставалось беспомощно наблюдать за происходящим. Покинуть место происшествия времени не было. Он стал третьим участником ДТП. Люди в аварии не пострадали, а вот машинам досталось по полной. И Toyota Duet, и автомобиль виновника не на ходу. У CR-V вырвало колесо. Страховка пожилого водителя оказалась недействительной. На месте жесткого ДТП работает с замерами патрульный наряд.